Дорогие друзья, всем привет. Кто не знает, я пошел вдруг на свое 60-летие, значит, петь. Вот уже полгода беру уроки пения. И сегодня у нас отчетный концерт. Вот, я уже для образа тут отрастил немножко бородку. Чуть-чуть попозже будут видео, понятно, с выступлением. Ну и там, может быть, какие-то фотографии. Вот мы сейчас вот в фойе. Оксана Николаевич, друзья, меня пришел поддержать. Друзья, отлично понимаете, что вместо него будет выступать дублер. Дублер, да? Это суфлер. Я. Он будет суфлером, подсказывать слова. Поэтому вот в концертном зале тут уже народ начинает копиться. Да. Но следующее включение уже будет, когда будет, наверное, выступление. Спасибо.